Глава 15. На свадебном торжестве. Иисус не стал начинать свое служение с великого чуда перед религиозными вождями в Иерусалиме. Он явил свою силу на радость людям во время свадебного торжества в маленькой галилейской деревушке. Тем самым он засвидетельствовал о своей любви к людям и желании служить их счастью. Оставив Иордан, Иисус отправился в Кану, небольшое селение неподалеку от Назарета, где родственники Иосифа и Марии готовились к свадьбе. На эту свадьбу были приглашены Иисус со своими учениками. На празднике он встретил свою мать, с которой уже порядком не виделся. Она слышала о его крещении. Рассказ о гласе с небес дошел уже и до Назарета. В ее памяти воскресли сцены, которые она многие годы хранила в своем сердце. Как и весь Израиль, Мария была глубоко взволнована словами Иоанна Крестителя. Она прекрасно помнила пророчество, данное ее родственнице при его рождении. Когда она узнала, что Иисус общался с Иоанном, в ней ожили все ее прежние надежды. С тех пор, как Мария услышала слова ангела у себя в доме, она бережно собирала в своем сердце все свидетельства того, что Иисус – Мессия. Его непорочность и бескорыстие вселяли в нее определенную уверенность, но были у нее и сомнения, и разочарования. Она мечтала о том дне, когда откроется его слава. Смерть разлучила ее с Иосифом, который вместе с ней хранил тайну рождения Иисуса. Теперь не осталось никого, кому бы она могла доверить свои чаяния и опасения. Последние 2 месяца, с тех пор, как Иисус покинул дом, были для нее особенно одинокими, и очень его не хватало. Когда они встретились на брачном пире, он оказался таким же нежным, послушным сыном, как и прежде. Но все же что-то в нем переменилось. В его глазах она увидела следы борьбы в пустыне, а на лице его была печать достоинства и силы. Его сопровождала молодежь, взиравшая на него с почтением и называвшая его учителем. Они поведали Марии о том, что видели и слышали во время крещения и после. Они считали его Мессией. Их рассказы уверили Марию, что ее надежды, которые она так долго лелеяла, не пустые мечтания. Она была обыкновенным человеком, поэтому ничего удивительного, что к ее радости примешивалось вполне естественное чувство материнской гордости. Среди собравшихся гостей царило с трудом сдерживаемое возбуждение. Они негромко переговаривались, посматривали на Иисуса, о котором они услышали немало удивительных вещей. Мария видела все это, и ей очень хотелось, чтобы он доказал собравшимся, что он действительно Мессия. Она надеялась, что у него появится подходящий повод сотворить перед ними чудо. По обычаю того времени свадебное застолье продолжалось несколько дней. И вот случилось так, что в разгар пира иссякли запасы вина. Хозяева весьма огорчились, опасаясь, что гости могут воспринять это как оскорбление или попытку от них избавиться. Мария, как родственница молодых, помогала в приготовлении к брачному пиру. Она отыскала Иисуса и сказала: «Вина нет у них. Полагаю, что Он сможет помочь им в этой беде». Но Иисус ответил: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Слова Его могут показаться нам рисковатыми, но на самом деле для той культуры это был вполне почтительный ответ. Точно так же Он обратился к своей матери с креста, поручая ее заботам своего любимого ученика Иоанна. В обоих случаях эти слова были произнесены с нежностью и любовью. Иисус вновь напомнил ей о своей миссии, как когда-то,
в тот день много лет назад, когда они с Иосифом нашли его в храме. Существовала опасность, что Мария расценит родство с Иисусом как особое право на него, на его время и на вмешательство в его миссию. На протяжении 30 лет он был для нее любящим и послушным сыном, и его любовь к ней оставалась неизменной. Но ныне он должен был совершать дело своего отца. Он не мог позволить, чтобы какие-либо земные узы мешали выполнению его миссии или влияли на его поступки. Ничего не должно было мешать ему творить Божью волю. Так и мы должны ставить путь, по которому ведет нас Бог, выше земных привязанностей и отношений. Как и для всех прочих грешных человеческих существ, единственная надежда Марии на спасение была во Христе, Агнце Божьем. Родство с Иисусом не давало ей каких-либо особых преимуществ и не наделяло ее особой святостью. Сказав «Еще не пришел час мой», Иисус ответил на невысказанные мысли Марии. Ведь она рассчитывала, что Он явит Себя как Мессия и займет престол Израиля. Каждый поступок, совершенный Иисусом в Его земной жизни, был частью того плана, который существовал еще до творения. Живя среди людей, Иисус руководствовался исключительно волей Своего Отца и не колебался, когда нужно было действовать. И ныне с неизменной покорностью Он ожидал, когда настанет Его час. Вера Марии вознаграждена. Хотя Мария неправильно понимала миссию Иисуса, она безоговорочно Ему доверяла. Именно для того, чтобы поощрить доверие Марии и укрепить веру своих учеников, Иисус совершил свое первое чудо. Ученики нуждались в вере, которые были призваны укрепить в них эти первые чудеса. Они верили пророчествам, указывавшим на Иисуса как на Мессию. Они повторяли замечательные слова Иисуса и свидетельствовали о Его миссии, но к немалому их удивлению и разочарованию священники и раввины относились к Иисусу с подозрительностью и предубеждением. Марию нисколько не смутил ответ Иисуса. Она велела прислуживающим за столами: «Что скажет он вам, то сделайте». У входа стояли 6 больших каменных водоносов. Иисус попросил слуг наполнить их водой. Как только его поручение было выполнено, он сказал: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». До той поры ни распорядитель пира, ни гости не знали, что кончилось вино. Отведав вина из вновь наполненной чаши, он нашел, что на вкус оно гораздо лучше, чем то, что они пили прежде. Пожалуй, это было лучшее, что он пробовал в жизни. Обратившись к жениху, он сказал: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так поступает и мир со своими дарами. То, что кажется нам прекрасным и удивительным, в конце перестает радовать наше сердце. Вино оказывается горьким, а счастье обращается в тупую боль. То, что начиналось песнями и смехом, заканчивается печалью и скукой. И только дары Иисуса всегда приносят мир и радость нашим сердцам. Если мы будем следовать по Его пути, то полученные сегодня щедрые дары будут залогом будущих, еще более богатых и щедрых благословений. Это чудо было еще и символом крещения и смерти Иисуса. Сосуды были наполнены водой человеческими руками, но слово Иисуса придало их действиям новый смысл. То же самое происходит и с религиозными символами, указывающими на смерть Христа. Люди могут все правильно говорить и делать, но только силы Иисуса придают их словам и деяниям смысл,
способны изменить их жизнь. Иисус не превращал воду в алкогольный напиток. Писание предостерегает нас об опасностях, которыми чревато употребление брожённого вина и крепких напитков. Сатана искушает людей такого рода напитками, которые затуманивают разум и притупляют духовное восприятие. Иисус же призывает нас подчинить Ему наши желания и пристрастия. Именно Он повелел Иоанну Крестителю не притрагиваться к алкоголю. Он сказал устами пророка Аввакума, что проклят тот, кто подносит вино своему ближнему. Не перебродивший виноградный сок, сотворенный им для гостей на свадьбе, был полезным и освежающим напитком. Когда гости прочувствовали отменный вкус вина, они тут же стали спрашивать, откуда оно взялось. И слуги были вынуждены рассказать о чуде. Гости просто онемели от удивления. Когда они наконец пришли в себя и стали искать того, кто совершил это чудо, Иисус удалился. Причем так незаметно, что этого не увидели даже его ученики. И тогда гости принялись расспрашивать учеников. Впервые у них появилась возможность во всеуслышание провозгласить о своей вере в Иисуса. И когда они рассказали обо всем, чему они были свидетелями на берегу Иордана, во многих сердцах возродилась надежда на скорое избавление. Весть об этом чуде разнеслась по всей округе и достигла Иерусалима. Священники и правители принялись с новым интересом изучать пророчества, в которых говорилось о Мессии. Скромное поведение этого нового учителя резко отличалось от того, как привыкли вести себя иудейские раввины. Их жизнь была наполнена почитанием традиции, формализмом и боязнью оскверниться или прикоснуться к кому-то или чему-то нечистому. Иисус начал свое служение с того, что сблизился с людьми. Проявляя величайшее уважение к закону Божьему, Он обличал показное благочестие фарисеев. Он хотел освободить народ от бессмысленных правил, которые связывали их по рукам и ногам. Он стремился снести сословные барьеры, чтобы объединить всех людей, как детей одной семьи. Посещение брачного пира было первым шагом Иисуса на пути к этой цели. Кроме того, своим посещением свадьбы Иисус почтил такое священное установление, как брак. Священное Писание снова и снова использует супружеские узы как иллюстрацию взаимоотношений, которые Бог желает поддерживать со своим народом. Для Иисуса радость свадебного торжества была символом того дня, когда Он ведет свою невесту, искупленный народ Божий, в дом своего Отца. Иисус не чуждался общества. Он входил в дома и к богатым, и к бедным. Он беседовал и с учеными, и с невеждами, стараясь вознести их мысли от повседневности к духовным и вечным реалиям. Иисус не участвовал в греховных или глупых развлечениях. Напротив, Он находил подлинное удовольствие в таких целомудренных и радостных торжествах, как брачный пир в Кане. В каждом, кто встречался Ему на пути, Иисус видел человека, которого нужно пригласить в Его Царство. Живя среди людей, Он располагал к себе их сердца, заботясь об их благе. Он встречался с людьми на улицах, у домашнего очага, в лодках, в синагогах, на берегу озера или на брачном пиру и неизменно выказывал интерес к их повседневной жизни. Где бы они ни были, на работе или дома, его сочувствие к их заботам прокладывало ему путь к их сердцам. Если Иисус и уединялся в горах для молитвы, то только для того, чтобы приготовить себя к деятельному труду. Получив отдохновение в общении со своим отцом, он возвращался к людям, чтобы исцелять больных, наставлять невежд и сокрушать цепи узников греха и сатаны. Служа человеческим нуждам, Иисус наставлял своих учеников поступать так же.
Он брал их с собой, переходя из деревни в деревню, из города в город. Иногда они вместе рассаживались на горном склоне или у моря, и он открывал им тайны Божьего Царства. Он не приказывал им сделать то-то и то-то, но предлагал: «Следуй за мною». Он брал их с собой в путь, чтобы они видели, как он учит людей. Всякий, кто проповедует Божье Слово или живет, свидетельствуя о его любви, должен брать пример с Иисуса. Мы не должны быть затворниками или избегать общения с неверующими. Если мы хотим донести до людей благую весть, мы должны идти к ним, где бы они ни были – дома, на работе или в общественных местах. Церковь далеко не единственное место, где должна возвещаться Божья истина. Если мы пытаемся сохранить свою веру, укрывая ее в церковных стенах, мы упустим множество возможностей помочь людям и привлечь их к Иисусу. У многих бытует ложное мнение, будто христиане – мрачные, несчастливые люди. Но живые люди, ощутившие в своем сердце божественную любовь. Свет, который изливается на них, они несут другим своими делами, излучающими небесную любовь.